Наша жизнь прекрасна, брат. Великолепно. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. Здорово, пипле. Меня все по-прежнему зовут Зак, ну а перед нами, как всегда, Assassin's Creed 2. И вы попали на небольшой фановый ролик, в котором сегодня мы попробуем пройти абсолютно все 73 точки обзора, все 73 раза синхронизируя ближайшую местность и все те же 73 раза прыгая в сено. Это первый ролик из рубрики сборов, и впереди вас ждет нечто подобное, но только уже про перья, истину, гробницы и сундуки. Поэтому заранее прямо сейчас поставьте свой царский лайкосик и досматривайте это видео до конца, чтобы узнать, что же будет после полной синхронизации всех точек обзора.
Что ж, как вы поняли, это конец. И если вам интересно, для чего же это было нужно, и какой прок в том, что мы пробежали по всей Италии и целых 73 раза синхронизировали местность, то рассказываю, что, во-первых, это нужно для 100% прохождения игры, и теперь, зайдя в ДНК и пролистав все последовательности, будет написано, что мы большие молодцы и собрали все 73 из 73 точек обзоров. А значит, с карты теперь исчезли значки орла, обозначающие вышку для синхронизации местности. Далее, во-вторых, мы прогрузили всю карту, и теперь, зайдя в нее, мы увидим контуры зданий и сможем легче по ней ориентироваться. Если кто не знал, она не открывается сама по себе, даже после прохождения всего сюжета. Ну и наконец, в-третьих, разблокировали все дополнительные миссии, то есть теперь они будут отмечены на карте, и нам не придется их искать. Это тоже нужно для 100% прохождения игры. А поэтому как-то так. Если досмотрели до конца, то убедитесь, что вы поставили лайк и напишите кодовое слово «синхронизация местности». Всем, кто напишет, поставлю свой лайк на ваши комментарии. Ну и время прощаться. Всем удачки и до скорого.